ЧП? Отлично. Ой, это головоломка. Пацаны, еду к вам. Блядь. А что тут головоломка уже решена? А, нет, не решена. Кто это тут стоит? О, Валера. Обогнал. Иди нахуй, с такими лагами тебе нихуя не буду сделать. Да, не смог бы. Такого, блин, головоломку надо решить тут. Да, решена уже. Головоломка это тогда, когда ты ломаешь голову, это все нет. Ты не хватило. А я припасы зато спиздил. Она нихера как раз таки не решена. Кто меня толкнул? Кто мне не дал проехать? Вот так! Это было эпично! Блядь! Кто блочит? Заебали! Это костец все, блочь его! Так, тихо, а как повернуть нормально? Так что. Да пошел ты нахуй! Да не решили вы головоломку, там надо не одну вроде бочку. Пашка, все блочат. Чё, я вообще в трубе? В трубе, Марио, что ли? Ребята, всем бочек. Уи! А кто их поставил гребаную? Да нет, не выкидывай бочку, бочку. Бочки, мои бочки. Бочку! Верни бочку! Верните машину! Паля, паля, хуяля. Это что за фантомы? Я иди вижу нахуй, фантомы. Это мои машины. Блядь, пошел нахуй. Моя машина, иди нафиг. Да иди нахуй, блядь, The Dark Stronger, ёбаный. Точно так же, Валер, как ты у меня стырил. Пока! Как-нибудь уж сам своими силами доберешься. Блять! Бля, ну с таким управлением явно, когда я зажимаю, он, сука, через 2 минуты поворачивает. Комбайны летят! Не комбайны летят, фига себе тут рикдол, конечно! Нихера тут дрифтинг! Ваша! Ой! Я сейчас. Это кто-то погнал! Это походу я! Ой, здравствуйте! Блять, мне жопа! 53 хп! О, черт, я не туда свернул! Ты точно не туда свернул! Ебать, я за карту вообще залетел. Эпичный прыжок! Я все лагает ужасно. Так это твою налево, да! У тебя всего 100 пинга, и ты говоришь, что у тебя все лагает? У меня вообще 2 пинга, пацаны. Waiting for team. Меня сбросили в воду. Комбайны летят, парни. Комбайны летят. Ребята! Ой. Я поиграл с комбайном в футбол. Комбайн-бол. Окей. Яйца комбайнов. Пашка, Пашка. Я была тебе другого мнения. 50 хп! Так, короче, поехал. Скучно и весело. Нифига себе скучно! Скучно и весело. Да ужас и весело. Это у тебя интернет такой. Даже не работы! Это игре 0 из 0. Где вы все? Тут пока мы спуки человек стрелял. Подожди, ты дал этой игре самый высший балл? Вот именно! Она не заслуживает ничего, кроме совершенства! Иди работай в фильме! Снимайся! Пацаны, нам всем сюда! Эта игра еще покажется на каналах на каналах, окей. Первый и последний раз, когда я играю в эту игру. Валер, это весело! Пошёл, тварь.
Я сказал вам! Что я сказал? О! Макс! Пацаны, я Макса нашел! Что? Кастетно, вообще-то туда можно было. Или это брат Кастета, может быть. Что? Нету. О, гранаты! Бесконечные гранаты! Блин, вы место вложили, я к вам. О, комбайн! Привет, не видишь меня, пока. Первый и последний раз. Нет, Валер, ты должен играть еще. Нужно больше играть, Валер. А-а-а! Матхэки! Ну нехуй делать, я пытаюсь штурмовать ебаные ворота. Не удастся. Иди ко мне и помогай мне тут. Я же один должен работу выполнять. Хорошо, я не буду негром теперь. Слышь, ты уграл мою кожу, ходи с кожей до конца. Андрей, помнишь, что у вас это твоя кожа? Андрей, ты помнишь? Да. Так, дай бы. Мне тоже нужна хилка, а не тебе нужна. Я если бы лапу, то скорее буду. О, меня расстреливают. Пацаны, все-таки решили, скидаем гранаты! Это кто там будет? Андрюха, посмотри наверх! Пацаны, нужна будет возвращаться к кнопкам или нет? Как тебе? Бля, охуительно пострелял. Бля, как ты со мной реально скучно? Я жду больше. Не весело вообще. Да, не весело! Ни капли вообще, лучше тот же Горисмут. Мне просто играть как-то догонять и бежать за Пашей. Это не, вот мне одному это напоминает, короче, Диабло. А? Да. Мне одному это напоминает Диабло, когда мы играли во вторую часть Диабло. Диабло это совсем другая история, как ты можешь сравнивать. Какого хрена вы меня бросили? Спасибо, что ты... Вы меня бросили, вот что вы упустили. Меня расстреляют из ракет. Меня расстреляли. Ой-ой. Ой, из меня из... А, нет, они в тебя палят, они в тебя палят. А уже у меня. Какое же тут управление-то? У меня 2 хп. А я появился на самом начале. И у меня весь, у меня красный экран. Живой пулемет. И мне заебись. Я играю последний час. Я еду забить на начале, и меня толкает назад. Еду уже к вам, пацаны. Меня убили. Андрей, желаю тебе такого же пинга, как и меня. И тогда ты поймешь, что такое боль. Даже Артис не может понять, что такое боль. Валер, когда мы играли в Crossfire, у меня был такой пинг, это было нормально. Поэтому. И там играли Crossfire иногда. Ааа, меня взорвали! Блять, когда у тебя дикие лаги, твоя лодка поворачивает. Куда я в этом поехал? Твоя лодка поворачивает задержки, у тебя весь красный экран, то. Валера, какого хрена у тебя башка под креслом? Какая-то вот это в натуре боль. Просто дикая боль. Знаешь, такая беда? Андрюш. Они просто приходят и кровят мои лодки. Лодки твои, это моя вообще. Я такой немножко постоянно появился, костер забрал мою лодку. Ладно, вот так, прибежал, появился Пашка, забрал мою лодку. Это моя лодка! Это моя лодка! Это все костер стырил. Да пошли вы все нахуй. Да сейчас ты на спавне, и туда бью. Воздух. Бля, вот сейчас был на туре эпичный прыжок, который меня тупо залагал и нихуя не произошло. О, блин! Меня
светит красная хрень! За мной летит торпеда. Да что это такое? У меня ракета попала, походу. О, сейчас будет эпичный бузон. Меня до сих пор красная хрень светит. Кому-то конец. А! Че там горит, пацаны? Костя, ты что натворил? Короче. Один хп! Я пойду, я на спавне думать делать нечего, я на патроны... Нет, Андрюх, не уходи! Андрей, знаешь, что сейчас произошло? Ау! Вот! Я почти дошел! Диабло, то же самое. Я только что ехал, у меня все зависло, и я оказался в воде уже разорванный на части. Да, Валера, Валера, братишка прям со мной. Идем пешочком. О, привет, пацаны! Пошли бежочком. Пошли бежочком. Как спортсмены. О, лодка! Пидорас, пидорас! Пидорас едет! Только пидорас и на машинках. Ну давай пешком тогда иди, чё стоишь там? Да мы идём пешком. До конца, не умрите. Так, а тут-то вода не дают. Фига, что дрифт. Дрифт, как в GTA Сампи. А это, я так, я, короче, в тебя стрелял, и я в трейтер. Я тебя убил, короче. Ну, может, у тебя трейт? Я опять, кажется, сдох. Блин, я в трейтер! Я опять сдох. Суша! He shoot me, and I think he's a fucking traitor, man. I don't shoot, I have a дробовик. I don't shoot, I have a дробовик! Пошёл ты нахер, козёл! Пошёл наксуй! Валер, нам надо будет потом вернуться в Saints Row 3! А-за-за-за-за-за-за-за! Пашка, назови эту серию Saints Row 5. Да! Но чем особенно прикольно было? Всё фиолетовое! Вроде такая серьезная игра, а на самом деле получит четвертый Saints Row. Это Half-Life. Смотри, Андрей, он еще один пидорас на машине. Какого хрена Валера нифига не сделал, у него всего две смерти. Нихуя себе, я про вообще. Взрыва себе вверх взорвало. Валера, джедай, джедай, Валер, джедай, джедай. Отбивай. Паш, привет, я сорвался. Тут такой звук. Пацаны, как дела у вас? Я иду к вам! Я джитаю спокойно, я бы работаю. Я джитаю. Со стороны пиздато выглядит. Толкаю. Опять лошара на машине едет. Мы вон полпути, блядь, прошли и не умерли, а вы на машинках сейчас не гоняете. Блядь, Андрей, по мне. Алло, Андрюх, по тебе хуярят. Или по мне хуярят. Какого хрена вы не сдохли еще? Смотри, смотри сюда, мастерство джедая, полет! Бей его, Андрей, бей! Нет, Андрей! О, автомат! Ух ты ж, ни хрена! Твою мать! Ай! Поджег задницу! На автомат, на. А где это вы? На тем зубах. О, ребят, привет! А я почти до тоннеля доехал! Ва! Какого хрена это вместе именно взорвалось? А-за-за-за-за-за-за-за! Там баг какой-то, пацаны, там именно это место. У нас все нормально. У кассета руль сам собой ведется, ладно. О, да! Есть! 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 Я проехал! Я проехал! Да! Ну дальше тебя ждет читерское место, в котором ты сдохнешь! С пятой попытки! Нет! Сука! Я ж сказал! Валера просто перенаправил на меня. Валера там мастер джедаев.